Не всех родителей в Югре пустят на торжественные линейки в школы. Об условиях на пресс-конференции рассказал директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин. Мам и пап пустят только при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста или же сертификата о вакцинации. При отсутствии этих документов школа межведомственно делает запрос на установление эпидокружения родителей. Между тем, в ведомстве рекомендуют проводить школьные линейки на открытом воздухе с учетом рекомендаций по разведению потоков. В закрытых помещениях торжественные мероприятия тоже разрешены. Впрочем, на них может присутствовать только отдельно взятый класс. То, что урегулировано защитными протоколами, то, к чему уже все привыкли, это соблюдение всех мер. То есть это средства индивидуальной защиты, это действующие дезары, средства механической очистки воздуха, если это в помещениях происходит, это термометрия на входе, обработка рук антисептиком, ну и так далее, социальная дистанция, безусловно.